Добрый вечер, это Wolfsuite Online. Еженедельный аналитический обзор основных фьючерсных инструментов. Каждую пятницу в 20.00 по этой же ссылке собираемся здесь и анализируем. Также у нас рубрика «Публичные трейдеры» и их успехи. Ну вот, начнем с новостей, как обычно. И на этой неделе была достаточно интересная отчетность об изменении процентной ставки в Китае. Вот. И это на многих индексах добавило позитива, особенно вот по S&P заметно, и по европейским индексам тоже. Это вот из интересных. Затем на следующей неделе по штатам employment в пятницу и jobless claims в четверг. В принципе, до этого не будет таких серьезных отчетов, и в четверг-пятницу вот возможна волатильность как раз под завершение сентябрьского контракта. Ждем, уже в принципе волатильность высокая на S&P, и на следующей неделе только в четверг-пятницу еще ожидается. На следующей неделе также отчет по безработице по Германии во вторник, 1 сентября. И безработица по Канаде тоже в пятницу. Там уже не так важно. Еще интересные события ждут на следующей неделе. 31 августа, понедельник, отчет по Газпрому. Вот. Остальные компании, в принципе, уже либо отчитались, либо на следующей неделе еще не отчитываются. В общем, вот так. Потихонечку завершение идет к экспирации сентябрьские контракты, фьючерсы по индексам, по валютным фьючерсам. И это нужно учитывать. Итак, вы видите сейчас сводку по бирже CME. Наш небольшой конкурс. Первые три места получают аккаунты Wolfix в соответствии с местами. Также напомним, что не учитываются сделки на открытии биржи в первую минуту. И те, кто не подписан, нет ника, либо же аватарки, либо того и другого, то есть не участвуют. Так что если у вас нет еще ника и отображения по типу логин в платформе, то советуем это изменить. Это по CME сводка за контракт и по RTS Ford. Сейчас посмотрим рейтинг. По неделе на самом деле интересных сделок не было. В принципе, оно и понятно, достаточно сложная неделя была. BNW 063 по RTS Force первое место на данный момент. Max Invest занимает второе и третье. Остальные уже тоже, в принципе, неплохо работали. Особенно те, кто с хорошей серийностью. Вот Nanotech, нужно будет посмотреть позиции. И кого еще хотел выделить? Вот новый трейдер купец, тоже неплохая серийность, терпимо. Трейдер без ника, 17 сделок, 11 плюсовые, 6 отрицательных, тоже неплохая серийность, в принципе. И Макс, если будет продолжать в том же духе, в принципе, будет стабильно уходить в прибыли за контракт. Сводка. Возможно, до экспирации еще что-то поменяется в места. Потому что первая пятерка, они достаточно плотно идут. Особенно первая тройка. Там разница небольшая. Сводка. И буквально быстро по инструментам за неделю. S&P первые 5 мест. Рюрик неплохо поработал, правда, с небольшими просадками, но во вторник неплохо продал и пробовал покупать. Странно, почему фиксировал
под эту позицию в четверг, вернее, сори. Наше зло, он, в принципе, несколько недель уже стоит в продаже, и, судя по всему, это его без убыток выставлен. Частичная фиксация была вот во вторник. Тоже красавчик. Тут очень много позиций. И есть интересные, есть не очень. Ну, чем больше трейдер открывает позиции, тем больше шансов, что будет ошибка. Так, это этот аккаунт. И Yamaha с хорошей продажи в понедельник. Очень интересно зашел. И Клим. Ну, опять же, очень мало интересных сделок на этой неделе. Те, кто вторую неделю удержит позицию, те, в принципе, особенно там по валютным фьючерсам, справились неплохо. Без подписи трейдер советую подписать. Интересные сделки, достаточно технично открыты. Наш трейдер, который второй, да, по Форд за контракт закрыл продажу вовремя, среагировал. И первое место по Форц BMW 063, тоже в прошлом студент нашей академии. Пашьян тоже вышел из продаж. И вот этот купец. Жалко, что нет стоп-лосика где-нибудь. Оин. Хорошая была покупка. Вышел тоже по делу. Оптимист с хорошим таким смайликом. И Авыгуров. Короткая позиция, такая быстрая на покупку. Сразу вышел интрадей. По рублю. И Исклейв. Как-то так. Очень много сделок. Вот так они выглядят. Технично, неплохо. Есть немножко поспешные трейды. Так, в принципе, неплохо. Так, Рус тоже коротенькие позиции. Карлос вышел из продажи. И купец. Ну, в общем, все те же в лидерах. По Еврику также сейчас посмотрим. Пират. Ну да, вот из всех инструментов я бы, наверное, выделил работу пирата на этой неделе. Вышел из покупки, затем во вторник пробовал продавать и все-таки нашел свою продажу, протащил ее до пятницы. Неплохо. Сопровождение здесь на пятерку. Дальше у нас Пав, Зубр. Такой сильной просадкой, конечно, не каждый такое выдержит. И Профит 2015 тоже в шортах, но без стоп-лосса. По нефти сейчас там, к сожалению, не так активно принимают участие трейдеры в торговле публично. Здесь крайне большой объем какой-то у Карлоса на покупку по нефти. Вот такие ребята, кто успел среагировать на смену тенденции по нефти, те заняли первые места на этой неделе. Ну и золото. City Boy неплохо вышел из шортов вовремя. Джованни и Ковали. Вот итальянцы появились в наших рядах. Вот. Остальные постольку-поскольку справились. Так, посмотрим на Газпроме кто-нибудь. Торгуют? Нет, пока никто. Ну, вот такие успехи. Начнем с S&P. Волатильность настолько выросла по S&P, что вот видите, даже полностью график за последние несколько недель не помещается. Значит, стоит отметить крайне высокую ликвидность на этой неделе и в четверг, пятницу на прошлой. Давайте посмотрим за год динамику. Обратите внимание, это
ну, то есть с августа по август волатильность заметна, да, особенно вот эти две сессии, то есть недели, sorry. И ликвидность сейчас на уровне как раз вот той точки недели, которая была на разворот в октябре, да, 16 миллионов оборот за неделю. Как раз вот три восьмерки, они любят почему-то эту цифру. Так что вот такие вот маневры на S&P 2000 пытаются вернуться к этой отметке. Посмотрим, как у них это получится. Вот. Опять же, на прошлый раз мы вспоминали момент, как начинался в 2008 обвал. Вот, они, скорее всего, этим воспользуются, могут нагнать жути на рынках, по типу вот уже S&P сейчас провалится преисподнюю, но мы верим только фактам, четкие сценарии, объемы и важные уровни. Ну, как видите, основной диапазон за год это 2050-2100. Это приоритетный диапазон за этот период. Более так плотно, если взять больше 5 миллионов, то 20-75, 20-100. Вот эти 25 баксов очень хорошо проторговали за этот период. Так, возвращаемся на текущий контракт. Объемы, которые были в районе 2000, возможно, будут такой проверкой на следующей неделе. Если будут сопротивляться селлеры на этом уровне, так как дозагрузка на этой сессии вещь очевидная, и ликвидность там прошла неплохая. Вот. Поэтому присмотритесь к этому диапазону 1995-2000. Вот здесь как раз подошли пару сессий и приостановили свое движение. Две сессии, даже сказал бы три, вот начиная с 25 числа идет жесткий бай, и пятница висит в боковике, не выше четверга. Ну, можно встретить не так, не часто, но такую модель расторговки неделю встретить можно. Вот, то есть, в принципе, если понедельник жестко пробивает максимум недели текущей, давайте мы сейчас еще на дельте посмотрим ситуацию, то очень быстро постарается уйти выше 2000. Судя по дельте, видите, здесь 27 числа она превысила, ну, то есть из отрицательной ушла в позитивную, то есть, ну, на покупку, и уровни интересные нужно зафиксировать. 64-66. Это там единственные уровни, где могут еще байеры себя проявить. То есть в понедельник, в принципе, как и сценариев, может и протестировать уровень. Если здесь байеры снова будут проявлять активность, скорее всего, те, кто там размещались, постараются защитить уровень. А так, в принципе, пятница на стороне селлеров, оно, в принципе, и понятно. За 3 дня такого роста достаточно денег принесла эта покупка, и те, кто аккуратно работают, будут фиксировать свои позиции, особенно интрадейщики либо среднесрочники. Уровень открытого интереса максимальный. То есть вот эти последние дни, видите, особенно 25 числа и 20 седьмого была топовая, более 3 миллионов показатель открытого интереса. И сегодня фиксируют то, что я и сказал, что частично вот эту покупку фиксит. Не глобально, но фиксируется.
Так, итак, отметим крайне важные уровни для спекуляции на следующей неделе. Те, кто трады работает, либо же на следующую сессию оставляет позицию. Вторник. Жуткие объемы прошли. Вот 360 тонн за 15 минут. И 65 по 78,5 в качестве поддержки. Плюс среда таким коварным маневром создала еще одну площадку для закупки. Потом тоже собрали всех селлеров на максимуме на то время в районе 28.41, тоже такой волатильный диапазончик. Давайте более так точно выделим 35 по 41 здесь вот на самом максимуме под закрытием. Вот три диапазона поддержки и уровень, который могут, конечно, еще удержать, но мало верится. 59-69. Вот коридор в четверг. Там могут как раз и снова проявить себя байеры, так как вот сегодня евросессия так и не справилась с этим диапазоном. Ну и четверг плюс пятница. Вот достаточно интересный диапазончик формируется. Такой коварный. Учитывая то, что у байеров получается справляться с активностью селлеров, которые на максимум недели в любом случае будут проявлять интерес к продажам после такого роста. И плюс фиксация байеров с вторника, среда, вот эти покупки до четверга. То есть два потока ликвидности на шорт, и у байеров получается как бы сдерживать давление, и пятница висит в боковике. То есть вполне может быть коварное пробитие выше 2000 на следующей неделе, может даже в понедельник. Вот. В противном случае, если в понедельник уходит ниже 59.69, то, скорее всего, будет продолжение динамики. Но под понижение процентной ставки в Китае, опять же, еще один станок запущен, и это только даст позитива. То же самое происходит и на европейских сейчас инструментах, индексах. Тоже вот начиная с 24 числа идут покупки, и пятница зависла на уровне четверга. Вот диапазон 32.55, кто торгует FSX, 32.80 как уровень мониторинга. Если удержат выше этого коридора, то, скорее всего, будет продолжение тенденции. В четверг-пятницу отчетность по штатам, и там будет волатильность, будут выбрасывать, я думаю, даже будет заметна фиксация долгосрочников, тех, кто перед экспирацией выходит. И как сценарий, возможно, корректировка до уровней 32.08, 31.68. Вот здесь почти три сессии, 2,5 так точно формировали локацию на ликвидности неплохой, на поддержку. То есть, если будет коррекция, то вот на этом диапазоне следите, возможно, будут байеры снова стараться и затариваться на бай. В общем, если не пробьет этот уровень, то, скорее всего, мы увидим продолжение восходящей динамики. На DAX'е чуть-чуть попроще, но по ликвидности, как видите, только 24 числа остановили шорт, и ликвидность за этот контракт топовая. 236 тысяч контрактов оборот за сессию, и она падает. То есть рост идет на DAX'е без пока поддержки, особенно вот в пятницу, видите, обороты крайне слабые. Поэтому, возможно, какие-то осторожно действуют трейдеры на DAX'е. Не верят в этот рост. Может быть, даже правильно делают. И РТС. А, так, а что же здесь такое?
как видите, с 24 числа, там было 1,5 миллиона оборот ликвидности за сессию, и больше миллиона ежедневно с того момента вернули до 83-й, и 1, 2, 3, 4, 5 сессия уже идет на рост с бешеными темпами. Поддержку нефтянка помогает. И вот важные уровни, где очень объемно работали. Также еще отметим 78 400. Здесь еще 20 числа затаривались, и 79 500. Вот этот коридорчик тоже захватите. Тут две сессии старались на этом диапазоне. Первая поддержка, которую в принципе будут пробовать байеры удерживать, потому что рост достаточно такой мощный. И вот эта плита, которая 84 82, выделим ровные цифры, будет проверкой. То есть если на следующей неделе, ну, возможно, коррекция 80-78 здесь формирует загрузку опять на покупку, либо же даже и без этого начнут пробивать 84-ю, то спрос сильный, и это только подтвердит наличие покупок. Если будет сложно пробить этот диапазон на РТС, и либо же нефть опять вернется на продажи, то вот будут селлеры опять грузить здесь объем и не пустят выше 84 по РТС. Ну, ликвидность высокая. Сейчас мы посмотрим по дельте. Все эти сессии, кроме 24-й, 25-я, 26-я, набирали все больше оборот со стороны байеров, особенно вот 27 числа. Вот этот коридорчик 79-300 максимально был интересен для байеров. Тут и 20-го были закупки, и вот 27-го, то есть еще чуть ниже 78-й, вот одна цена, тоже 4 тонны дельта на стороне байеров. И $82,583. Ну, здесь такое дело. Могут просто собрать селлеров на максимуме. И затем с этих уровней в понедельник потенциально могут рвануть выше. Сейчас подгрузился график за год с 23.06.2014 по текущий день. Ну, как видите, были и повеселее деньки по открытому интересу. Давайте выделим пока текущий контракт. Если для сравнения текущего контракта, 27 числа была максимальная активность, от 21 575 588 вчера. Сегодня чуть-чуть зафиксировались, оно и понятно, такой рост, кто с 71 простоял до 81, в любом случае будут фиксировать, тем более на текущее время рынки быстро меняют свои тренды. Непонятно, будет падать нефть или не будет. Поэтому фиксация — это естественное явление. Вот. Далее. К
коридор, ну, мы его уже отметили. Ну и отметим уровни для спекуляции на следующей неделе. Обратите внимание на пятницу. Крайне интересная. Очень плотная. И начиная с 16.30 ликвидность идет практически по текущей. До закрытия биржи постоянно были высокие обороты по ликвидности. Когда загрузились на этой неделе, это был понедельник, 72-73 можно спокойно отметить как поддержку. Потом среда плюс пятница здесь без каких-либо сомнений и ядро недели и поддержка. Две сессии стояли в диапазоне. До загрузка байеров опять же собрали на макушке недели всех селлеров коварно. И вот коридорчик 80-е по 8600 тоже в качестве поддержки. Ну, диапазон вот этой локации здесь достаточно широкий диапазон, но советую выделить этот коридорчик. Если понедельник не сможет пробить этот коридор, вот этот X, да, давайте я все-таки выделю такие топовые 81.650 и вот до 82.350. То есть это будет говорить о очень сильном спросе, и если понедельник будет жестко удерживаться выше этого коридора, то продолжение динамики сохранится. Опять же, нефть тому, если там также будет рост, только в помощь. Коррекция. Главное, чтобы не ушли ниже вот этого коридора. То есть они могут пробить и четверг плюс пятницу. Возможно, спекулятивная покупка в этом диапазоне, если байеры будут проявлять свой интерес, затариться еще после коррекции, дозагрузиться, так сказать. Но главное, чтобы не ушли вот ниже 75.600 по 74.500. Рубль. Ну, те, кто все-таки применяет объемный анализ, в любом случае заметили бы 24 числа оборот был невероятно высокий. Затем до текущей сессии он чуть-чуть буквально успокоился, но на повышенных оборотах идет рубль. И вот эти диапазоны приоритетные. То есть защита на 67.100, 67.900. Первая проверка. То есть тут могут защитить диапазон селлеры, которые размещались 67.100, 67.900. Затем еще две сессии грузились по 69.600, 70.200. Но кто зашел здесь, тем очень сильно повезло. Ликвидность высокая, поэтому эта динамика еще может сохраниться достаточно в ближайшее время, хотя бы до экспирации, если было бы неплохо. Контрольный диапазон 64.500, 65.600. Вот здесь неделю стояли, даже больше. Ну, даже я бы захватил 63.300. Здесь три сессии, потом защищали байеры, две сессии этот уровень. И
еще пару недель здесь. Поэтому могут немного приостановить, да, эту тенденцию. Вот как раз в диапазоне здесь могут быть заминки. Если уйдут даже не, ну, ниже 63.300, во-первых, это будет замечательно, а во-вторых, подтвердит давление селлеров. И, в общем, спекулятивно можно будет попробовать поискать продажи при защите этого диапазона или же этого, если все-таки будет коррекционный момент. Давайте посмотрим по дельте. А, еще, во-первых, надо спот захватить. Идентично и на спот по томику. 24 числа на пике оборот был 7,5 миллионов. Потом буквально вот 26 числа чуть-чуть ниже, но все равно этот оборот был больше, чем за текущий контракт любой сессии. 7,600 27 числа вчера и сегодня почти 7. То есть мощные обороты, и это хорошо, в принципе. Возвращаются с отпусков крупные инвесторы, трейдеры. И начинается приплыв ликвидности. Ну, вот эту точку, само собой, отметим как-то необычно 70 другим цветом. 71.20. Ну, этот, вот как звездочка на елочке. Вот эта сессия 24 числа. Поэтому обязательно стоит следить за ликвидностью. Если посмотреть на истории, ну, не касается именно рубля, а всех рынков, развороты как раз обязательно наличие высокой ликвидности как подтверждение. Class of Chart. Один из критериев. Значит, рубль по дельте начали уже селлеры 24-го, 25-го числа активно. Потом такая коварная сессия 26-го числа, буквально там 44 тысячи всего против вот этих двух ни о чем разговоров. И 200 тысяч дельта. Я бы советовал вот этот коридорчик внимательно мониторить на предмет защиты селлеров на следующей неделе. Тут практически все цены идут повышенной дельтой еще и сегодня. Вот так вот. Это сопротивление. Просадить могут до 68.20. Это уже край. Где еще, ну, если прям может до 70 будет корректироваться, я бы еще вот выделил диапазон 69.900, 69.500. Выше уже вот самые-самые топовые по дельте 71. Ну, ровненькие цифры любят. Тридцать тысяча. Ну, давайте я вам покажу, что происходит интрадей сегодня по рублю. Многим, наверное, интересно. Сейчас мы еще спот захватим. Итак, дельта там была 30 тысяч на стороне селлеров, якобы так немного, но обратите внимание, какие были маневры на выброс первую половину торговой сессии, вот в диапазоне 67-100, 67-600. В принципе, если может такое быть, понедельник все-таки вернется как раз в этот коридор и здесь дозагрузится байеры, и тогда повремените пока с продажами и дальше. Вот, ну а всплеск ликвидности период работы американских бирж. Вот коридор с самой высокой активностью селлеров. Вот 65-600, 66-300. Ну, коридорчик на вот этом уровне, само собой. Так,
Возвращаемся к сейчас еще спот возьмем. Вот где были замечены селлеры. 66.30, 66.50 и вот 67.20 на всякий случай захватите. Нужно проследить, чтобы этот уровень защитили селлеры. То есть, в принципе, если не будут пускать выше коридора 66.30, 67.20, то вполне высокие шансы на проложение нисходящей динамики. Ну, крайний блокпост это 69, 69,5. Те, кто обожает спекуляции, интрадей. Обязательно четверг плюс пятница, вот этот массив. Здесь у нас в неделе есть два ядра, это четверг плюс пятница, коридор, и вторник плюс среда. Значит, если не пустят выше четверга плюс пятницы, подтверждает высокое давление со стороны селлеров, и против них лучше не стоять и не работать. Ну, понедельник там, понятно, такой был кач, что раз в 6 меняли направление за сессию, тут обязательно сопротивление. Вот так вот. И объемненько вот здесь вот аккуратненько отметились торгующие. Значит, возврат понедельника в коридор пятницы уже хорошо. Пробитие макушки четверга вот этой его части 67-870. Второе подтверждение наличия байеров, если же не пустят выше четверга, вот эта модель особенно заметна вот здесь, то защита будет в принципе терпимой и можно будет пробовать искать точки входа на шорт. Далее у нас евро. На еврике тоже 24 числа 1.16 остановили рост. Этот коридор возьмем на заметку. Тоже все сессии с того времени идут на снижение. Но и ликвидность, в принципе, тоже упала. То есть не удерживается на больших высоких оборотах, а снизилась. Поэтому, возможно, здесь потихонечку это все дело собрали до 1.12, и в случае выхода выше 1.14 на следующей неделе мы увидим подтверждение коварного дозагруза на покупку. Ядро контракта смело можно выделить вот 4 единицы и 10.25, вот ядро. В принципе, если будут удерживать выше этого коридора, то тренд на продажу, судя по всему, может быть временный. Ну и блокпост на 1.09 обязательно стоит взять на заметку.
видите, выходят три сессии подряд на Еврике по открытому интересу. То есть здесь заходили диапазон толкнуть выше. Судя по всему, где зашли, вернули активность на тот же уровень. То есть вот этот маневр, возможно, и такой запланированный, я бы так сказал. То есть сколько активности набрали, открытых сделок, вот вернулись и к тем же уровням, и к тому же количеству открытых позиций. Поэтому аккуратнее с этим якобы спросом. Ну, в любом случае, мониторить ядро, то есть должны удержать. Если пробьют ядро, то с покупками точно нужно пока повременить. Фунтец уже на минимуме был локальном. Тоже такой резкий шорт удивил, наверное, многих. Ликвидность топовая была вот 26 числа. Вот эту точку до загрузки, скорее всего, могут защитить селлеры. Вот. А насчет пробития 53.20, 53.45, это уже на следующей неделе подтвердится, либо же не подтвердится давление селлеров. Также еще вот две сессии поработали 54.60, 54.85. Здесь может быть сопротивление со стороны селлеров. До загрузка вторая, первая, вот вторая. Тут немножко установили плюс. В любом случае там фиксировали шорты. То есть вот здесь может быть активность селлеров, либо же здесь. Поэтому, ну, если понедельник уходит спокойно ниже 53.25, если точно, то, естественно, на покупки пока лучше не смотреть. Пускай рынок успокоится. В любом случае, пару сессий еще нужно ждать, чтобы потом более спокойно работать на покупку. Потому что такие падающие ножи, это опасно. Так, Франкиус. Давайте Франкиус еще. То же самое, вот топовая 24-го. Потихонечку идем на снижение, и вот эти локации, значит, плита на этом диапазоне обязательно мониторить 0.17, 0.25 как поддержка. Потом остановились как раз на загрузке, на покупку, которую сформировали в 19-20 числах 36.40. Вот этот массив я выделил. Принципе, если будут удерживать, могут восстановить покупки. Как раз получилась бы хорошая линия поддержки. Но 56 и 63, тут две с чем-то сессии толкали котировочку ниже. Тут же и за контракт, в принципе, неплохой уровень. Но на франке не видно, что это какой-то сумма, ну, ажиотажные продажи, аккуратно идут каждую сессию с четким сценарием, и ликвидность идет на снижение. Давайте посмотрим, что там по открытому интересу. Если тоже фиксируется, тогда чего-то ждут рынки, не уверены они пока, что надо заходить на бай. Да, видите, началась фиксация уже 20 числа и продолжается по сей день. То есть эта тенденция фактически на выходе из позиций формируется. Возможно, выпрыгивают долгосрочники на продажу. Вот. И байеры это все скупают пока. Ну, в противном бы случае открытый интерес бы не падал такими темпами. Но, видите, выходят фактически чуть ли не равными частями каждую сессию. То есть аккуратно.
нет каких-то провалов, либо же резких скачков по типу как вот 4 и 5. Системно как-то выходят из сделок. Черное золото. Ну, такой резкий разворот, это точно спланированная операция, я вам скажу. Во-первых, само снижение нефти вот таким вот просто идеально ровным коридором уже вызывало подозрение. А вот такой вот резкий, прям вот из одной точки, буквально 3 дня постояли и сразу за одну сессию прошли коридор, диапазон недельный за одну сессию. Либо хотят, ну, такие маневры часто делают на тренде, ну, когда идет рост, то есть резкие покупки, и все, кто заходит на покупки уже на достаточно завышенных ценах, потом их аккуратненько корректируют и выкидывают из рынка. Потом снова рост корректируют, вот, чтобы никто уже и не зашел. То есть дисбаланс, судя по всему, высокий. Две сессии идут просто на топовых оборотах. Все началось из торговой сессии 24 числа. Вот именно день 24 августа войдет в историю 2015 года. Вот, возможно, закрытие шортов. Сейчас мы посмотрим это на открытом интересе. Ну, кто-то даже заходит вот на 28 число. Тут интерес даже выше, чем вчера. Вышли, судя по всему, вот они вышли на самом минимуме. На 40, вот выходили где. Возможно, здесь дозагрузились опять на шорт, чтобы вернуть на 40 котировочку. Но в любом случае, кто-то крайне очень хитрый вышел по 40, это просто. Рынки. Давайте склейку еще возьмем. Так. Значит, если все-таки будут стараться удерживать котировочку выше 41-42,5, здесь как раз в новом контракте заходили практически вот до 40-й. То есть, если удержит выше этого коридорчика, то вполне может сформироваться площадка на покупку и рост может сохраниться. В принципе, мы подошли к сезону отопительному, скоро он начнется, сбор урожая, то есть, ну, нефть нужна всем, потом лето закончилось. Поэтому спрос на нефтянку, я думаю, этой осенью будет высокий. Ну, чем прохладнее, тем больше спрос. Поэтому америкосы закупились, скорее всего, подешевле нефтянкой, потом будут продавать. Сейчас за сентябрь могут спокойно выгнать на 65-70. В принципе, это будет неплохо. И для рубля, и для РТС. Вот, и потом будут продавать дорогая нефтянку. Так, и у нас еще осталось на закуску золото. Вот пока почему-то не ушли ниже вот этой платформы 122 113. Тут недельку грузили объемчики. Пока вот видите, среда, четверг
не посмели. Но и пятница не ушла ниже вот этой промежуточной загрузки, которую создали 25 числа, 134, 136,5, даже 137. Поэтому проследите, те, кто на покупку зашли в среду, либо в четверг, чтобы пробили этот диапазон. Ну а неделю паковали диапазончик 154 по 160. Само собой, мониторить на предмет защиты со стороны селлеров. Если нефтянка начнет дальше рост, то золото, в принципе, тоже может параллельно вырасти в цене. Плита 96,5 по 83. Ключевой уровень. Тут, как видите, 3 недели стояли. Вот. И дозагрузка вот прошла на 113-122. Пока не уходит ниже, коридор среды, четверга взять тоже на вооружение. Возможно, там защита со стороны байеров. Но раз, два, три дня такой жесткий шорт и вот эти уровни дозагрузки, возможно, на продажу, в любом случае мониторьте на предмет защиты со стороны селлеров. То есть, если коварно нефть опять сиганет на 40 и ниже, то в принципе могут коварно также сходить и на 88-96. На сегодня все. В первых числах сентября начнутся вступительные лекции по профкурсу. Записывайтесь, приходите, интересные темы будут. Спасибо, что пришли. Запись будет на канале YouTube. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео на своих сайтах или блогах. Вам спасибо. Всего хорошего. Попутного тренда. Пока.